Здравствуй, мой дорогой зритель, рада приветствовать тебя на своем канале. Если тебе интересны интернет-технологии, биржи, блокчейн, тогда подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. На моем канале ты найдешь свежие видеообзоры на различные криптопроекты и не только. В этом видео речь пойдет о перспективном сервисе, который специализируется на обмене, криптоинвестировании и хранении криптовалют. Сервис Broex предлагает универсальное решение. Сервис Broex предлагает универсальное решение, удобный путь всем желающим на криптовалютный рынок. Включайся! Зарегистрироваться на Broex можно за несколько минут. Нужен лишь адрес электронной почты. Интерфейс сайта простой, понятный, и это поможет начинающему игроку разобраться в основных инструментах и приступить к торговым операциям. Команда Broex ориентируется на российский сегмент рынка цифровых валют, поэтому сайт работает на русском языке, а для пополнения счета используются популярные в России и СНГ платежные системы Kiwi, Mir, Visa и MasterCard. Площадка Broex опирается на три основных принципа криптовалютной индустрии – доступность, безопасность и конфиденциальность. Перейдем непосредственно к регистрации на сервисе Broex. Нужно ввести адрес электронной почты, пароль для входа и принять условия политики обработки персональных данных и конфиденциальности. После отправки формы на указанную электронную почту придет письмо с подтверждением только что указанной почты. Площадка поддерживает торговлю 25 цифровым валютам и рублями. Перед началом торговых операций необходимо пополнить счет. При пополнении счета рублями система предложит выбрать платежную систему Visa, Kiwi, MasterCard или Mir и установить сумму пополнения счета при помощи Kiwi или банковской карты. Комиссия составляет 3-5% соответственно. Для пополнения счета в биткоинах или же USDT система предложит создать депозитный адрес, куда придут средства. Торговые операции с криптовалютами также проходят на странице «Активы». Из списка «Все валюты» выберите подходящую и нажмите на нее. Выбранная криптовалюта появится во вкладке «Купить или продать». Система подскажет текущий курс в графе «Оплатить», а в графе «Оплатить» с помощью выбрать валюту для оплаты и сумму криптовалют, которую приобретаем. Если средств на счете достаточно для покупки, нажимаем кнопку «Купить валюту». Продажа криптовалюты аналогична покупке, с одним только отличием. Она проходит во вкладке «Продать». Что касается вывода средств, то он осуществляется во вкладке «Баланс в портфеле». Фиатные рубли можно вывести на Kiwi, MasterCard, Visa, WebMoney и Яндекс.Деньги. Покупка и продажа цифровой валюты на Broex не отличается от платежей и переводов электронной формы обычных денег. Счет пользователя Broex привязан к личному аккаунту на площадке и доступен только после регистрации. При входе на площадку с нового устройства, помимо пароля, пользователь должен ввести 6-значный код подтверждения. Код приходит на адрес электронной почты, время на ввод кода ограничено. При соблюдении пользователем мер безопасности случайный человек не сможет получить доступ к средствам пользователя. Под сохранением конфиденциальности пользователя при операциях с криптовалютой следует понимать защиту его личных данных, открытых для обеспечения процесса покупки и продажи криптовалюты. Broex уважает конфиденциальность пользователей и обязуется защитить личные данные пользователя во время сотрудничества и после его завершения. Для работы с Broex пользователю не обязательно раскрывать свои личные данные. Регистрация проходит по электронному адресу почты. Этого достаточно. Broex не требует обязательного прохождения личности пользователя по стандартам процедуры KYC. В действующем законодательстве нет такого требования к площадкам, поддерживающим торговлю криптовалютой. Для каждой криптовалюты можно развернуть график от года до одного дня. График можно представить в любом удобном пользователю виде, от японских свечей и баров до обычной базовой линии. Broex имеет привлекательную партнерскую программу, с помощью которой можно получить 50% от всех комиссий с обменных операций своих партнеров через специальный виджет. В свою очередь, виджет устанавливается на любой сайт,
у читателей которого появится возможность купить или продать криптовалюту, не заходя на сам Broex. Согласитесь, это удобно. И отдельно стоит отметить, что партнерские собираются со всех криптовалют, начисляются в котируемой валюте, а статистика отображается в личном кабинете. И в заключение хотелось бы сказать, что команда Broex предложила максимум усилий для создания простой, безопасной и удобной платформы для покупки и продажи криптовалют в два клика. Команда с уверенностью заявляет, что свои обязательства Broex выполняет перед своими клиентами на все 100%. На этом я хотела бы завершить свой обзор. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. И чтобы не пропускать новые обзоры, подпишитесь на мой канал. Также в комментариях к этому видео скажите, что думаете про этот сервис. Увидимся в следующем обзоре. Пока-пока!